Всем доброго времени суток, с вами Нохит. Это очередной выпуск прохождения игры Sniper Elite 3, уже шестой выпуск. И четвертая часть по прохождению миссии ущелья Халфая. Да, вот так долго она проходится. Потому что мы играем, точнее я играю, на самом высоком уровне сложности, а именно реалистичный. Он же, по-моему, так называется, да? Да. На реалистичном уровне, вот. На этом уровне сложности, получается, нет сохранок, поэтому если я погибну, придется все заново проходить. Вот. Ну, меньше слов, больше дела. Всем приятного просмотра. Если понравится, то не забудьте, конечно же, поставить лайк и подписаться на канал. Поехали. Друзья, мы продолжаем проходить Sniper Elite 3, часть 4. Ну, в смысле, это уже не помню, какой, по-моему, шестой выпуск будет. Именно по Sniper Elite, а в миссии ущелья Халфая это уже будет часть четвертая. Тут произошел форс-мажор, к сожалению. Я играю на самом высоком уровне сложности, и в прошлой части я находился вот здесь вот. И мне оставалось уничтожить два орудия, одно здесь еще осталось, и одно вот здесь вот. Вот, еще вот дополнительно найдите генерала одного из их расположений артиллерии. Генерал здесь окажется. Так вот, что я снимал то, как я уничтожаю это орудие. Я там сделал офигенный выстрел с первого же, там расстояние было очень большое, но я с первого же раза попал в бочку и уничтожил артиллерию. Но, к сожалению, это не записалось. Точнее, записалось, но там, я не знаю, что какие-то настройки сбились в программе OBS, может, и там компьютер подвис, может, еще что-то, но в итоге вся запись, как я вот отсюда вот иду вот сюда, там всех уничтожаю, взрываю артиллерию и так далее, все это, грубо говоря, не записалось. Поэтому я сейчас продолжаю запись вот отсюда. Сейчас наладил, ну, как бы, записи, вроде все норм будет. На самом деле очень обидно. Вот, надеюсь, вы меня поймете. И простите за то, что я вам не покажу, как я уничтожаю вот ту пушечку. Я сейчас очень сильно расстроен, потому что там был такой мега крутой выстрел, который бы вам бы очень сильно понравился. Но он, к сожалению, не записал. Чего? Офигеть, там гранатометчик! Вы серьезно? Ребята, там гранатометчик! А, еще расскажу, я открыл Томпсон. То есть я теперь вместо МП-40 вожу с собой Томпсон. Он более точный, поэтому я его взял. И что еще? Еще открыл вот этот вот Панцер Шрек. Он здесь так называется. Вот этот вот, который у него в руке был. Я могу теперь его вместо Томпсона носить. Но этого я, конечно, делать не буду. Офигеть, ребят. Я не знаю, как мне дальше идти. И что делать. Я просто не знаю. Я постараюсь, как у них там, по-моему, был какой-то проход в горах, но я не знаю, как в него попасть. Такие вот дела, ребят. Поэтому еще раз извиняюсь за то, что не будет той части, по которой, типа, я там всех уничтожал. Но не записалось, к сожалению. Я так, на самом деле, перезаписываю эту часть, сколько уже? Раз 8 или 10. То есть очень сложно мне тут играть, поэтому я, к сожалению, не записал. Тут можно как-нибудь запрыгнуть к вам, не? Тут, кстати, еще можно ходить по ходу коллекционной карты, там снайперские позиции. Может быть, по ним тоже ролик, как и всю игру пройду, может быть, по ним тоже ролик выложу. Вот. Блин, так обидно. Просто реально там был очень красивый выстрел, он бы вам понравился. В общем, я вот отсюда вот, через все это расстояние вот стрельнул. Вот. Блин, здесь не видно. Стрельнул вон туда вот. Тут бочка, надо быть осторожным. Стрельнул вон туда и там уничтожил арт-позицию.
Там нельзя никак пройти, вот просто вот здесь вот. А, можно, можно, можно. Короче, очень обидно, что вы не увидите этот выпуск. Очень обидно. Вам бы понравилось. Вот. Ну, я, конечно, постараюсь повторить выстрел, но это вряд ли. Господи, я упал и чуть не умер. Мне сейчас тоже очень сильно повезло. Так, у нас, кстати, по сетапу. Что у нас по сетапу? Три бинта, одна аптечка. Две гранаты. Томпсон фуловый. Каркана фуловый. Вилорот фуловый. Три динамита, три фугаса. Две смины и три растяжки. Это нормально, воевать можно. Блин, реально, тот выпуск был очень классным. Так обидно, что он не записался. То есть я там был с нулем аптечками, с нулем бинтами, воевал. Короче, было красиво. Ну ладно, что же потом говорить. К сожалению, не записалось. Нет, я, конечно, мог бы сейчас перезаписать, но это придется все заново проходить. И не факт, что у меня заново получится. Просто повторюсь, я вот это сейчас то, что записываю, это уже 8-й раз я до сюда дохожу, или 10-й уже. Я просто кучу раз я все это перепроходил. И дело не в том, что мне надоело, как бы я мог бы и дальше снова перепройти, чтобы вам показать контент. Но, блин, я очень сильно морально устал от этой игры. Ну, точнее, не от этой игры, а от конкретно этой миссии. И я честно скажу, я не знаю, как туда ползти. Смотрите, там, я не знаю, снайпер не снайпер, может, просто винтовка у него. Нет, просто винтовка. И там гранатометчик прячется, я не знаю, что против него делать. Видите, там туннель есть. Я не знаю, можно туда выйти или нет. Ладно, попробую еще раз здесь пройти. Здесь уже был, тут было двое человек охраняли эти грузовики, я их тоже успешно ликвидировал. Кстати, я не помню, я удал труп или не удал. Ой, извиняюсь за зевок. Ну, как всегда, ничего не так. Ой, там пулеметчик. Палатка офицерская. Их там двое. Да офигеть, вы чего вас так много, алё? В общем, вот там вот генерал. Я думаю, что это скорее всего он. Во-первых, он с пистолетом, во-вторых, на него офицерская шляпа. Еще один гранатометчик. Так, ребята, я, конечно, могу в бочку попасть. Я боюсь, что меня обнаружат. Блин, я не знаю, что делать, ребят. Я вот думаю. А, там мало того, что там двое на вышке, там еще один внизу стоит, смотрите. Я думаю, это будет очень сложно до генерала добраться. Но, блин, не хочется шуметь, нужно как-то это по стелсу все пройти. Потому что, если мне кажется... Ладно, давайте так попробуем. Так, трое отвлеклись, пулеметчик на месте. Так, одному. Только тот, кто на башню пошел, офигеть. Ну что, пофигу, что ли? Ну-ка, давайте-ка еще. Я не понял. Извиняюсь, сейчас, наверное, были минус уши. Окей, этого мы отвлекли. Я думаю, как мимо пулеметчика пройти. Ладно, если так. Блин. Видите, там слева. Просто я боюсь, что если... Я сейчас... Нет, я как бы мог бы сейчас бы... В замедленном режиме у всех их четверых вальнуть, но мне кажется, там оттуда по мне начнут с ракетницы стрелять.
тут обойти их как-нибудь можно, я не могу понять. Ну, в принципе, можно, только с левой стороны. Давайте все-таки попробуем с левой стороны. Во-первых, там меньше, а во-вторых, там, может быть, камушком также можно будет отвлечь их. Я очень боюсь, что меня заметят. Даже не знаю. Я думаю, может сначала этого, а потом побежать вот в тот холм. Не по-любому меня заметят. Слишком, во-первых, близко, а не, во-вторых, они с вышки. Так, ладно, я думаю, я так и сделаю. Надеюсь, не погибну. Давай. Найс, я попал. Побежал, побежал. Чего такие жесткие? Советы по выживанию: вражеские снайперы. Перемещаясь по местности, контролируемой противником, опасайтесь снайперов, прячущихся на возвышенностях. Они могут быть хорошо замаскированы и занимать отличные наблюдательные пункты. Используйте бинокль, чтобы произвести разведку с расстояния. Если ничего не помогло, можно попробовать обнаружить их по отблескам оптических прицелов. Впрочем, когда вы их заметите, может быть уже слишком поздно. Так, нормально. Отлично. Вы что, издеваетесь? У меня уже хп нет. Ну используй ты уже бин. Я уже наж... Так что темно, что ни хрена не видно. Блин, я в тупике, меня загнали в угол. Там под... ясно. Откуда ты видишь, что я за укрытием, если тут сквозь стенку?
Там взрыв произошел, да? Так, они вроде успокоились. Да, вот на мини подорвался. А, даже двое подорвалось на мини, вообще отлично. А, эти двое с палатки, я понял. Фух, ладно, заберемся наверх, посмотрим, что там. Фух, это было очень напряженно, извините, что было без комментариев, просто... Слушайте, а может быть мне... А может быть мне... А давайте попробую спальнуть. Как вы думаете, у меня получится? А почему я его... Аккуратно. Откуда? Я не понимаю, откуда по мне стреляют. Я себя в тупик вогнал. Ой, в печень попал или в желудок. Вон еще один гранатомет. Нифига ему попал этот за этот выстрел лайк. Там у него малюсенькая пиксель торчал каски. А, они меня даже отсюда не замечают, вообще отлично. Так есть еще эти панцершреки? Найс. Вот это офицер. Да, это офицер. Найдите генерала, да. Попал. Еще один по метке выстрел, найс.
У меня закончилась стамина. Прямо в глаз. Лайк. Просто лайк за этот выстрел. Так, все выполнил, дальше что? Вернитесь с диверсионной группой. Ну, надеюсь. Ой, зачем мне камень? Сейчас мне нужно быть максимально осторожным. Я, конечно, знаю, что я большинство уничтожил, но вдруг тут еще кто-то останется. Я пойду тут, вон ту нижнюю башенку. Залутаю. Что, не вдруг там будет засада, а у меня нет ни аптечек, ничего. Ну, наконец-то я зато прошел эту миссию. Фух. Еще раз извиняюсь за то, что тут должен был на один выпуск быть дольше, типа я должен был еще здесь показать, как я тут уничтожаю. Но повторюсь, что запись, к сожалению, не записала этот момент. Поэтому я очень извиняюсь за это. О, плюс 6 к Томпсону. Пустой оружейный ящик. Мне это очень нравится. Что у нас здесь наверху? Пусто. Ну, мне нравится то, что эта диверсионная группа мне никак не помогла. Мне это очень нравится. А вот оружейный ящик. Только один винт, ну и на этом спасибо. Ладно, сейчас пойдем, все, на этом все. Как бы миссия, ну, заканчивается. Поэтому, если вам понравилось, не забудьте, конечно же, поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписаны. Да, тут уже немножко осталось. Поэтому я заранее сейчас попрощаюсь, потому что вдруг будет катсцена, да, танк. Защитные решетки на более мощных тварей. Не используй! Он использовал. А мне на это время дается? Нейтрализуй танк Панцер 3. Я-то его, в принципе, смогу нейтрализовать. Я знаю, что нам понадобится. Он разворачивается. Я знаю, что сделаю. Я уже хотел с вами прощаться, но уже танк еще уничтожит. Так, а вот это вот я не понял. Сейчас, секунду. Вот это вот я не понял. Так, то сейчас могли быть какие-нибудь лаги быть. Вот, я за них очень сильно извиняюсь.
Я надеюсь, он еще вернется сюда. Сейчас могли быть очень сильные лаги, потому что у меня загрузка ЦП была на 100%. Вернись, пожалуйста, на эту дорогу, я тебе мины поставил. Можешь вернуться, пожалуйста? Очень классная игра. Я не помню, от меня отближается или наоборот приближается? Все нормально, он сюда едет. Я очень надеюсь, что он попадется на мои мины. Так я не... Так. Ну, земля, конечно же, так не тряслась. Наверное, не знаю. Нет. Чувак. А тут через бинокль можем. А, все, я понял, куда можно. Там вот по идее сейчас должен ехать на мои мины, по идее. Но это не точно. Пожалуйста, на это... Отлично. А теперь можно вернуться... Ладно, пофиг на эти мины, хотя... Да, ни одна не сохранилась. Фух. Так, стопэ. Ребят, я сейчас извиняюсь, сейчас опять могли быть лаги. Я дико извиняюсь, я не знаю, что у меня с компом происходит. Вроде все нормально, все хорошо записывал. А сейчас стали, видимо, и лаги появляться. В общем, на этом, наверное, все. Уже реально все. Поэтому... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Easy go.